Здравствуйте. Сегодня мы с вами будем учиться вязать вот по этой схеме цветы. Очень симпатичный узор. И что интересно, его можно вязать в разном исполнении. Зеленый связан из пышных столбиков. Вот цветы из пышных столбиков. А розовый связан из незавершенных столбиков с одним накидом. Ну, вот эти столбики здесь незавершенные с одним накидом, с общим основанием и общей вершиной. А здесь пышные столбики. И посмотрим, чем они отличаются друг от друга. Итак, для начала посмотрим на схему. Она состоит из 5 рядов. Наборный ряд, воздушные петли не считаются за ряд. И обратите внимание, что каждый ряд начинается с петель подъема. 3 воздушные петли. Вот начало ряда. Из чего состоит эта схема? Значит, из воздушных петель, из столбиков с одним накидом, из соединительного столбика, то есть столбика без накида, и из незаконченных столбиков с одним накидом, которые вывязаны в одну точку и имеют общую вершину. Раппорт состоит из 13 петель плюс 5. Набираем петли. Кто как может, каким способом, кому как удобно. Я набираю, чтобы край у меня был эластичный. Для этого делаю вот обычную петлю. Под нее завожу нитку, вытаскиваю нитку. И далее набираю 2 петли воздушных. Затем до предыдущей петли ввожу крючок и вытаскиваю петлю. На крючке у меня 2 петли. Провязываю одну и провязываю 2. Теперь мы видим, вот она, большая петля. Сюда вводим крючок. Вытащили петлю, ее же провязали и провязали 2 петли на крючке. Вот она, петля видна. Значит, из нее вытащили новую петлю, ее провязали и провязали 2 петли. Вот петля. Ввели в нее крючок. Вытащили новую петлю. Эту новую петлю провязали. И провязали 2. Значит, нам надо набрать вот по этой косичке петли раппорта плюс 5. Это в том случае 5, если мы вяжем воздушные петли подъема. Но я не буду вязать их. Я буду петли подъема заменять столбиком с одним накидом. Для чего это? Потому что когда изделие сшивается, за воздушные петли сшивать очень тяжело. Допустим, перед и спинку. За них тяжело сшивать изделие. Поэтому я буду здесь вывязывать столбик с одним накидом. И поэтому у меня в раппорте будет не 13 плюс 5, раппорт, а 13 плюс 3. Итак, я набрала 29 петель. Это значит 2 раза по 13 петель раппорт плюс 3. Считаем вот по этой косичке, по верхней, по набранному краю. Теперь, как я уже говорила, петли подъема мы будем заменять столбиком с одним накидом.
а пышные столбики вязать не с трех накидов, как на схеме, а из четырех, потому что вот в этом элементе присутствуют дополнительно воздушные петли, которые увеличивают вот этот лепесток. Так, вытаскиваем петлю по длине немножко, делаем накид и вводим крючок под первую петлю. И вытаскиваем новую. Провязываем 2 петли. И провязываем 2. Затем по схеме у нас идет еще один столбик с накидом. Накид. Вводим крючок под следующую петлю. Вытаскиваем новую, провязываем 2 петли и провязываем 2. Затем у нас идут 2 воздушные петли и пышный столбик. Провязываем 2 воздушные петли и в третью петлю наборного края вывязываем пышный столбик. Делаем накид на крючок. Вводим крючок в третью петлю, либо под третью воздушную, и вытаскиваем новую петлю. Накид. Опять крючок вводим в то же самое место. Вытаскиваем новую петлю. Это уже будет 2. Накид. Крючок под петлю. Это 3. Накид. Крючок под петлю. 4. Теперь все эти накиды и петли провязываем вместе. И провязываем с предыдущей петлей. Пышный столбик один мы связали. Затем по схеме у нас идут 3 воздушные петли. И в следующую петлю наборного ряда еще один пышный столбик. 1, 2, 3. И опять вывязываем пышный столбик. Накид. Крючок вводим под следующую петлю и вытаскиваем новую. 1 раз, накид. Ввели крючок туда же. 2, накид. Ввели крючок туда же. 3, накид. Ввели крючок туда же и вытянули петлю. 4. Теперь эти петли и накиды провязываем и соединяем. Затем по схеме у нас будут 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в третью петлю цепочки. 2 воздушные петли. 1, 2. Столбик с накидом. Накид. 2 петли пропускаем и под третью вывязываем столбик. Крючок вводим под петлю, вытаскиваем новую, провязываем 2 и провязываем 2. Теперь у нас по схеме 3 воздушные петли и соединительный столбик в третью петлю. 3 воздушные петли и столбик с накидом с одним в третью петлю. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И под третью петлю 1, 2, 3 вывязываем соединительный столбик. Крючок вводим под петлю. Вытащили новую. И эти 2 петли провязали вместе. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
и столбик с одним накидом под третью петлю. Накид на крючок. Пропускаем 2 петли в ряду. И под третью петлю вывязываем столбик. Вводим крючок. Вытаскиваем новую петлю. Провязываем 2. И провязываем 2. Закончили мы столбиком с одним накидом. Далее у нас опять идут 2 воздушные петли. Пышный столбик. Элемент из пышных столбиков. 3 воздушки. И в следующую петлю еще один пышный столбик. 2 воздушные петли. 1, 2. В третью петлю пышный столбик. Накид на крючок. 2 петли цепочки пропускаем. И в третью вводим крючок. И вытаскиваем петлю. 1 накид сделали. Накид. Крючок в то же место. Вытащили петлю. Это 2. Накид. Крючок в ту же петлю. Вытащили петлю 3. Накид. Крючок туда же. Вытащили петлю 4. Провязываем все накиды и петли. И соединяем. Затем идут 3 воздушные петли. И такой же пышный столбик под следующую петлю. Накид. Крючок ввели под петлю, вытащили петлю, накид. Крючок ввели туда же, вытащили петлю 2, накид. Крючок туда же 3, накид. Крючок туда же 4. Провязываем все накиды и петли на крючке. И провязываем вместе. Опять у нас по схеме идут 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в третью петлю цепочки. 2 воздушные петли, накид, и вывязываем в третью петлю столбик с одним накидом. Вводим крючок в петлю. Вытащили новую, провязали 2 петли, провязали 2. Далее у нас идут 3 воздушные петли. Соединительный столбик. 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под третью петлю 1, 2, 3. Вывязываем соединительный столбик. Крючок вводим в петлю. Вытащили новую. И 2 петли провязали. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в третью петлю вывязываем столбик с одним накидом. Накид. Крючок вводим в третью петлю. Вытащили новую петлю. Провязали 2. Провязали 2. И еще одним столбиком заканчивается ряд. Опять накид. Крючок под следующую петлю. Вытащили новую. Провязали 2. И провязали 2. Итак, мы закончили первый ряд. Второй ряд начинается с 3 воздушных петель подъема, которые заменяют столбик с одним накидом. Как я уже говорила, напротив каждого ряда, где он начинается, стоит цифра. И всегда он начинается с воздушных петель подъема. Вот второй ряд начался. Третий, вот он, с этой стороны мы будем читать. Четвертый с этой стороны, с левой. Пятый с правой стороны, петли подъема.
Как я уже ранее говорила, я воздушные петли буду заменять столбиком с одним накидом. Вязание повернули, петельку вытянули, накид, и в это же место вводим крючок и вытаскиваем петлю. Две провязали и две провязали. И по схеме у нас еще один столбик с одним накидом. Накид, столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. Значит, крючок вводим не под петлю одну, чтобы она не вытянулась, а вот в жесткое место. И вывязали столбик, второй столбик с одним накидом. Затем у нас идут 3 воздушные петли и пышный столбик. Вязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вывязываем пышный столбик вот во второй столбик, в его вершину накид. Но здесь мы будем делать только 3 накида, потому что в этот элемент войдет вот эта цепочка воздушная. Накид, крючок не под петлю, чтобы она вытянулась, не в петлю, чтобы, а немножко наискосок. Вот так будет, тогда она не вытянется. 1. Два. И третий накид. Далее мы их оставляем на крючке, ничего с ними не делаем. Далее у нас идет пышный столбик во вторую петлю воздушной цепочки. Вот этот. Мы его вяжем из 4 накидов. И следующий из 4. Делаем накид. Ищем вторую петлю. Она должна быть в центре. И под нее вводим. И вытаскиваем нитку подлиннее. Раз. Это будет 2, накид, это будет 3, накид, и четвертый раз вводим. И тоже оставляем на крючке. Значит, теперь мы вяжем точно такой же элемент вот под другую арочку. Накид, тоже во вторую петлю. Вводим крючок, вытаскиваем петлю. Раз. Значит, накид. Вот вторую петлю. Один раз. Накид. Два. Накид. 3, накид, 4. И вот когда провязали 3 элемента, вот теперь мы их провязываем, но оставляем последнюю петлю непровязанную. И затягиваем. И теперь мы их скрепляем. Затем у нас идут 3 воздушные петли и столбик и пышный столбик. Значит, этот элемент мы будем вязать из 3 накидов, так как здесь есть воздушные петли. 1, 2, 3. Накид делаем
Вводим крючок, вот здесь петля, которая стягивала. Раз, накид. Два, и накид. Три. Провязываем все накиды и провязываем 2 петли. И далее у нас идет столбик с одним накидом, столбик предыдущего ряда. Мы делаем накид. Вот у нас столбик предыдущего ряда. Не под петлю вводим, а вот есть тут место такое, вот оно, чтобы не растягивалось. И вывязываем столбик с одним накидом. И вот у нас получились 4 лепестка. Вот мы видим, что вот эти верхние, которые были с цепочками из воздушных петель, они даже сейчас выглядят более толще, объемнее, нежели с 4 накидами. Вот эти более большие, нежели этим. Ну, посмотрим дальше, что будет. Затем мы вяжем 3 воздушные петли и соединительный столбик в арку из 3 воздушных петель. И опять 3 воздушные петли и столбик с одним накидом. Значит, вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот между этими элементами вывязываем соединительный столбик. Ищем центральную петлю, вводим крючок и вытаскиваем нитку. И 2 петли провязываем. Опять 3 воздушные петли. 3. И столбик с накидом. Столбик с накидом предыдущего ряда. Так, вот здесь мы закончили. Теперь опять вывязываем такой же элемент. То есть 3 воздушные петли, пышный столбик из 3 накидов, 2 пышных столбика из 4 накидов, воздушные петли и пышный столбик из 3 накидов. Значит, вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вывязываем пышный столбик, накид. И вот столбик, который мы только что связали с накидом, вводим крючок и вытаскиваем петлю по длине. Накид, крючок в столбик, это будет 2. Накид, крючок в столбик, это будет 3. Вывязали. Опять пышный элемент во вторую петлю арки этой и пышный элемент во вторую петлю арки следующий накид. Значит, петли мы оставляем на крючке, ищем вторую петлю, били крючок, раз, накид, 2, вытянули, накид, 3, накид, 4. Оставляем все петли на крючке. Вывязываем следующую вторую петлю арки. Накид. Вытянули петлю длинную. Раз, накид. 2, накид. 3 и накид, 4. И вот когда мы 3 элемента связали, мы их провязываем. Подтянули ниточку, которую мы стягивали, и 2 петли вместе. Теперь опять
3 воздушные петли и пышный столбик из 3 накидов. 1, 2, 3 накид и пышный столбик вот под эту петлю, которую стягивали. 1, накид, 2, накид, 3. Провязываем все накиды и провязываем 2 петли. Далее опять у нас идет столбик с 1 накидом, столбик предыдущего ряда, 3 воздушки, соединительные, 3 воздушки и 2 столбика с 1 накидом. Вывязываем столбик с 1 накидом. Накид, вот у нас столбик, в него вводим крючок, вытаскиваем петлю, провязываем 2 и провязываем 2. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединительный столбик между пышными элементами, крючок ввели в петлю, у нас 2 петли на крючке, их провязали вместе. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и 2 столбика с накидом. Вот сюда 1 столбик, накид, и сюда же, в следующий столбик, в крайний, еще 1 столбик. Вот, это мы закончили 2-й ряд. И переходим к 3-му. Довязали мы, значит, 2-й ряд и переходим к 3-му. 3 воздушные петли подъема, которые я заменю столбиком с 1 накидом. И следующий столбик с 1 накидом. И мы смотрим, что 3-й ряд похож на 2-й. Только рисунок на пол раппорта сдвинут. Вот, один по отношению к другому, он сдвинут. Значит, поворачиваем вязание, вытягиваем петлю, делаем накид и столбик. Вяжем еще 1 столбик. Вот в столбик предыдущего вывязываем столбик с 1 накидом. Дальше у нас идет еще 1 столбик с 1 накидом по схеме. Вывязали его. Затем идут 3 воздушки, соединительный столбик, 3 воздушки, столбик с 1 накидом. 1, 2, 3 воздушки, соединительный столбик, крючок вводим в столбик, вытащили петлю и 2 петли провязали вместе. 3 воздушные петли и столбик с накидом, столбик с накидом предыдущего ряда. Не под петлю ввожу крючок, а вот тут есть такое соединение для жесткости. Вытащили петельку, 2 провязали и 2 провязали.